Это не просто место красивое, да? Здесь находятся султаны Османской империи. Усыпальница. Здесь существует линия, куда нельзя входить в обуви. Стены исписаны арабской вязью. И, мне кажется, скорее всего, это цитата из Корана. Да. И мозаика. Вот мы видим еще один вход. Это тоже подобного рода сооружение. Ну, так выглядит купола. Это... Здесь надо вести себя тихо, потому что это место, это ритуальное место, гробница. Если я все правильно понимаю, а я думаю, что я все понимаю правильно, это одна из усыпальниц османских императоров. Смотрите, как здорово. Это усыпальница в голубой мечети. Охранник показал, ходить можно только справа налево. В отличие от других мечетей, здесь можно пройти вокруг саркофагов. Здесь подписано, в ком из них находится какой султан. Султан 4 Мурад Хан, вот здесь. Тут султан 1 Ахмед Хан. Агу, ну Агу это сын. Мозаика какая красивая. Смотри, здесь потолок выше значительно. Ну и вот, соответственно, сам султан Ахмед Хан. Попробуем зайти в Сулейманье. А, тоже усыпальница. Но здесь вот Сулейман Великолепный. Ну, вот так выглядит гробница Сулеймана Великолепного. Женщины, когда приходят, они прямо скорбят.